Ноябрь 2017-го. На обледеневшей лестнице, ведущей в Нагорный парк, вот такое объявление. Тогда в социальных сетях барнаульцы то и дело жаловались, что ступени почему-то сделали из полированного бетона, и скользкая плитка с первыми же заморозками превратилась в каток, опасный для жизни. А это уже сентябрь 2019-го. Судя по отзывам людей, проблема актуальна до сих пор. Бежишь и боишься, вот балансируешь, потому что страшно, если честно, подскользнуться и туда вниз. И не только улететь кроссовками, а пробовать, скользко или нет. Так вот, накануне появилась хорошая новость. В барнаульской мэрии предложили покрыть всю поверхность лестничного пролета слоем прессованной резиновой крошки. Объявление об аукционе разместили на сайте госзакупок. О том, как будет выглядеть лестница после проведения работ, можно судить по другой, расположенной со стороны набережной. Полчаса буквально назад закончился дождик, если на той лестнице лужа и довольно скользко, то здесь, видимо, влага ушла в это резиновое покрытие и передвигаться, ну, достаточно безопасно. Иван Быков, художник-архитектор, говорит, лучше сделать лестницу не скользящей позже, чем никогда. Хотя и резина, уверен он, не выход. Если говорить вот по эффективности, намного эффективнее, конечно, резиновая будет крошка, чем покрытие, то есть из плитки, при том плитки такой, которая не противоскользящая. Но все равно в какие-то ледяные дожди часто покрывается коркой, также и резиновое покрытие, и нет эффективности. У Ивана собственное мнение. Решить проблему можно было сразу, просто выбрав правильное покрытие. Ну, идеальнее было бы и лучше сделать плитку антискользящую, то есть, возможно, она будет дороже, но качественнее продукт, и люди не будут падать. Здесь вот так получилось, что они ее, похоже, взяли, но, опять же, мы идем и скользим. Мы поинтересовались у специалистов Дорожного комитета Барнаула, почему антискользящую плитку или, как сейчас решили, резиновую крошку не положили при строительстве лестницы. Оказалось, дело в исходном проекте. Данные работы мы выполняли в рамках проектно-сметной документации, которая у нас прошла экспертизу. И, соответственно, уже после того, как проект разработан и экспертиза прошла, вносить в него какие-то изменения, особенно в ходе производства работ, это неприемлемо. Говорить о сроках выполнения работ, а именно о том, когда резиновая крошка появится на лестничных пролетах, чиновник пока не готов. По его словам, сначала конкурс должен состояться, и если до 9 сентября будет определен подрядчик, то всю работу он должен выполнить в течение 30 дней, то есть при наилучшем раскладе до конца октября. И уже первые заморозки обновленная лестница встретит в черной резиновой обновке. Будут ли тогда подъемы и спуски пешеходов безопаснее, мы обязательно проверим. Илья Кочетков, Александр Антропов, «День с толком».